Сотрудники дорожно-патрульной службы остановили технику после выезда со стройки за езду по тротуару. Штраф за данное нарушение правил дорожного движения составляет 2000 рублей. Документы передадут в суд. Как пояснили полицейские, в таких случаях необходимо обозначить выезд пути обхода для пешеходов, согласовав маршруты с городской администрацией. Сегодня же специалисты муниципального контроля вручили копии постановления городской администрации об отмене разрешения на строительство. Предприниматель пытается вести стройку незаконно. Любые строительные работы на этой земле ему придется согласовывать с администрацией. Но положительное решение он вряд ли получит. Позиция главы города однозначна. Хватит коммерческих объектов в центре города. На этом месте должны быть остановочный павильон и зеленая зона. В этом мэра поддерживают общественность и городские депутаты. Администрация подала еще один судебный иск с требованием запретить любые действия на данном участке.